Всем привет! Меня зовут Олег Чакрян, я бренд-шеф сети ресторанов «Тануки». И сегодня я отвечу на вопросы, которые мне часто задают. Итак, что такое «Тануки»? «Тануки» — это рестораны японской кухни. Мы названы в честь японского мифического персонажа, который символизирует счастье и благополучие. Мы очень щепетильно относимся к нашим продуктам, в особенности к рыбе и морепродуктам. Абсолютно всех поставщиков и производителей рыбы выбираю я сам. То есть прежде чем мы начинаем работать с тем или иным поставщиком, мы обязательно производим аудит. Неважно, где находится производитель, это может быть Мурманск, это может быть Китай, Корея. Основной рыбой в наших ресторанах является лосось. Производство лосося у нас собственное. Лосось в рестораны поступает вот в таком виде, в чистой разделке. В ночь разделывается рыба, и каждое утро до 12 часов дня охлажденный лосось поступает во все рестораны «Тануки». Срок годности у охлажденного лосося в тушках 14 дней. Поступает он к нам в ресторан в среднем через 6 дней после вылова. Основная часть продуктов, которые мы используем, отечественного производства. Но есть часть продуктов, которые мы везем из-за границы. Это угорь из Китая, нори из Кореи, креветки из Индии или из Эквадора, тунец из Индонезии, ну и лосось из Мурманска. Да, действительно, лосось может отличаться немного по цвету, так как это живой продукт. И вот сейчас мы видим, перед нами лежит пласт лосося, у которого часть спинная немного ярче цвета. Часть брюшная немного бледнее цвета. Цвет лосося зависит напрямую от корма, который использует тот или иной производитель. Если вдруг вы видите филе бледного цвета, вы не переживайте, это не значит, что оно плохого качества. В наших ресторанах есть блюдо из сырой рыбы безопасно в любое время года. Мы соблюдаем все необходимые нормы для работы с охлажденной рыбой. У нас есть внутренне разработанный процесс приемки и работы с охлажденной рыбой. Так что во всех ресторанах «Тануки» есть сырую рыбу безопасно всегда. Хороший вопрос. Это достаточно просто. Свежая рыба имеет характерный цвет. Он может быть, как мы говорили, бледно-розовый, может быть более яркого цвета, в зависимости от той части филе, которая использовалась для приготовления блюд. Основные обновления меню у нас происходят два раза в год. Это, как правило, весной и осенью. Мы вводим порядка 20-22 позиций, ровно столько же мы выводим. Сейчас мы приготовим один из самых моих любимых роллов из нового меню, который называется нацу. В данном случае мы используем не стандартные листы нори, которые из водорослей, мы используем маме нори, это листы из тофу. Вот и готов мой любимый ролл из нового меню, который называется нацу, который мы приготовили из индонезийского тунца, из трюфельного соуса, из свежего авокадо. Очень вкусно. И у меня есть сын, который с 11 лет ест сашими из лосося, когда приходит ко мне на работу всегда. Дома также мы готовим раз в месяц, раз в два месяца, как получается, готовим какие-то роллы, которым я угощаю своих друзей, своих детей. А вас я приглашаю к нам в рестораны попробовать наше новое меню.